Приветствую всех любителей рыбалки. Я очень много времени потратил на троллинг в поисках меча. И уже могу сделать какие-то выводы. И хочу ими поделиться с вами. Раньше я ходил троллингом по очень большой площади. И это большая ошибка. Результат такого троллинга крайне нестабилен. И ты можешь остаться вообще без улова. Троллингом нужно ходить только там, где у тебя заходит некрупная рыба. Это мерланг, макрель, сайда. Я их называю приловом. Так как ты вышел на меча, а значит вся остальная рыба – это прилов. Так вот, этот прилов – это твой ориентир при охоте на меча. Тролль только там, где у тебя заходит эта рыба, и шансы поймать меча значительно возрастут. Далее, старайся не использовать все приманки одного цвета. Дай рыбе выбор, и клев у тебя будет лучше. Что касается глубины. При троллинге глубина непостоянная. Когда вы закидываете приманку, сначала она находится под лодкой на заданной вами глубине. И чем дольше вы троллите, тем выше поднимается приманка, тем самым облавливая верхний слой воды. Поэтому периодически вытаскивайте приманку из воды и закидывайте ее заново. Таким способом я на стриме поймал 5 мечей. Давайте посмотрим, что мне удалось поймать сегодня за 3 часа. Приятного просмотра.
такой вот получился улов, друзья, за 3 часа. Зашел опах на 107 килограмм. Я, кстати, думал, это тунец. Он просто как гиря повис, и все. Через час где-то зашел меч на 62 килограмма. И еще почти через час меч на 38 килограмм. Ловил я там, где заходит прилов, где вот эта вот мелкая рыба заходит. Если мелкая рыба не заходит, то вероятность зайти меча или опаха там и тунца невелика. Давайте посмотрим, какие приманки работали. Опах у нас на оранжевый. Меч 62 килограмма на синий хантер. Меч 38 килограмм на белый октопус. Красный октопус, кстати, работает плохо. Красный цвет. Очень хорошо работает сейчас оранжевый цвет. Видите, у нас мерланг заходит на оранжевый цвет очень много. Катран также на оранжевый цвет. Пойдемте на рынок, посмотрим, что вышло по монетам. Ну вот мы на рынке, давайте сделаем по цене. Опах стоит 1500, обалдеть. Опах 107 килограмм, 1500, жесть. За 3 часа вышло 3000 монет. Меч 62 килограмма, 800 монет. На 38, 320 монет. И прилов, когда заходит мерланг, тоже очень хорошо. Если даже меча не поймаете, то без улова, без фарма не останетесь. Хотя бы там лодку отобьете. Ну а на этом все, ребят. Подписывайтесь на телеграм-канал. Всем удачи, всем трофеев, всем пока.